Здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить о чешском языке и его словарном составе. В первой лекции мы договорились, что все чешские слова мы разделим на несколько групп, в том числе слова, которые по-русски и по-чешски звучат одинаково, но обозначают одинаковое понятие или имеют разное значение. И в этой лекции я предлагаю перейти к группе слов, которые в русском и чешском языке звучат одинаково, но у них разное значение. Некоторые подобные слова мы уже разобрали в первой лекции, а будем говорить об этой группе мы по нескольким причинам. Думаю, она будет интересна не только тем, кто хочет изучать чешский язык, но и тем, кто перешел по этой ссылке случайно, потому что у хорошо знакомых вам слов в русском языке, как оказывается, в другом языке может быть совсем другое, порой неожиданное значение. Во-вторых, если вы собираетесь отправиться в Чехию, то эти слова помогут вам избежать каких-то неприятных ситуаций и инцидентов. До сих пор я помню пример из моего первого учебника по чешскому языку, когда покупатель целый день в магазине ждал, когда завезут свежий сыр, потому что на ценнике было написано «сыр черстви». «Черстви» по-чешски значит «свежий». А в-третьих, если вы решили изучать чешский язык, то эти слова могут стать хорошей основой вашего словарного запаса, потому что к каждому слову мы дадим пример использования в предложении. Лично я начинал учить чешский язык именно с таких слов, потому что это хорошо знакомые слова в русском языке, но их значение в чешском языке бывает для русского человека смешным, и поэтому они лучше запоминаются. Например, приходя в гости к человеку или входя на кухню, вместо фразы «как у вас хорошо» или «приятно пахнет», в Чехии нужно говорить «но у вас и воняет». «Вуня» — это аромат, а вот запах, наоборот, это вонь. То же самое, если вы скажете чеху, что он пахнет, вы оскорбите его до глубины души. А если скажете, что он воняет, то, наоборот, порадуете его. Поскольку таких слов в наших языках на самом деле много, то мы разделим лекции о них на несколько частей. Возможно, их будет 4 или 5. Итак, желаю приятного просмотра. Podvodník. Pozor, tento člověk je podvodník. Pozor, tento člověk je podvodník. Potápěč. Mám kamaráda potápěče. Mám kamaráda potápěče. Matka. Moje matka je kuchařka. Moje matka je kuchařka. Děloha. Děloha, to je ženský orgán. Děloha je to ženský orgán. Rodina. Kde máš rodinu? Kde máš rodinu? Vlast.
To je má vlast. Toto je má vlast. Žízeň. Mám velkou žízeň. Mám velkou žízeň. Život. To máš život. To máš život. Starost. Mám o tebe starost. Mám o tebe starost. Stáří. Moje rodiče jsou staří. Moji rodiče jsou staří. Chytrý. Ty jsi ale chytrý. Ty jsi ale chytrý. Chytrácký. Ty jsi ale chytráček. Ty jsi ale chytráček. Silný. Silná bunda. Silná bunda. Silný pán. Silný pán. Silný vývar. Silný vývar. Mocný. Venku je mocný vítr. Venku je mocný vítr. Chudý. Je z chudé rodiny. Je z chudé rodiny. Štíhlý. Je štíhlá. Je štíhlá.
Nevěstka. Snacha. Ona je má snacha. Ona je má snacha. Huba. Drž hubu. Drž hubu. Rad. Má výrazné rty. Má výrazné rty. Pusa. Otevři pusu. Otevři pusu. Vrah. Ten člověk je vrah. Ten člověk je vrah. Nepřítel. To je můj nepřítel. To je můj nepřítel. Vražda. Spáchal vraždu. Spáchal vraždu. Nepřátelství. Mezi námi je nepřátelství. Mezi námi je nepřátelství. Had. Nějaký had mě kousl. Nějaký had mě kousl. Ty jsi špatný člověk. Ty jsi špatný člověk. Druh. Jaký je to druh? Jaký je to druh? Kamarád. Jsi můj nejlepší kamarád. Jsi můj nejlepší kamarád.
Pitomec. To je pitomec. To je pitomec. Mazlíček. Je to můj domácí mazlíček. Je to můj domácí mazlíček. Stolice. Stolice je pojem, který se používá ve zdravotnictví. Stolice je pojem, který se používá ve zdravotnictví. Hlavní město. Praha je hlavní město České republiky. Praha je hlavní město České republiky. Zápor. Ta věta má zápor. Ta věta má zápor. Zácpa. Asi mám zácpu. Asi mám zácpu. Rakovina. Zemřel na rakovinu. Zemřel na rakovinu. Umyvadlo. To umyvadlo teče. To umyvadlo teče. Trup. Letadlo má pevný trup. Letadlo má pevný trup. Mrtvola. Bojím se mrtvol. Bojím se mrtvol. Это были лишь некоторые слова, которые в наших языках звучат одинаково, но обозначают разное понятие. Другие подобные слова мы разберем в следующих частях лекции, поэтому заходите на мою страницу и следите за обновлениями. Если у вас появились какие-то вопросы ко мне, то обращайтесь. Напомню, что все мои контакты вы найдете на моем сайте. Всегда буду рад помочь. С вами был Геннадий Якимов.